Друзья, всем привет! Если вы ищете нож на все случаи жизни, который долго будет держать заточку и будет приемлем по цене, хочу вам показать вот такую вот модель нашего ножа из алмазной стали ХВ-5. Хочу вам показать тест, насколько долго держит заточку режущая кромка. Эта сталь очень твердая, 63-65 единиц по Роквеллу она показывает. Рукоять черный граб, пятка и претина дюраль. Очень практичный нож. Кожаные ножны идут в комплекте вот такого плана. И документ. Покажу вам небольшой тест, как он вгрызается в дерево. Смотрите, какой рез у ножа. При опухе 2,5 мм. Хочу вам показать на канате, то что режущая кромка будет долго лежать заточку. Потом посмотрим на бумаге. Знаете, то, что канат очень хорошо сажает заточку, режущую кромку. Вот, посмотрите, как он режет. Вообще, рез идеальный, просто бомбовский, я не знаю. Алмазная сталь, на мой взгляд, самый лучший. Возьмем вот войлок, также порежем. Режу все режущие кромки, как вы видите. То многие любят говорить, то, что я режу сначала одной стороной, бумагу другой. Смотрите. Я думаю, достаточно. И заточку на газете. Вот, смотрите. Как резал нож, так он и режет. Еще один листочек возьму. Вот, все режущие кромкой, от начала до конца. Друзья, для заказа пишите мне в директ, WhatsApp, Viber. Номер будет в описании. Всех обнял, всем удачи. Заказывайте, приобретайте.